Внимание, автовладельцы! С сегодняшнего дня и до конца лета на правом берегу Красноярска ограничат движение транспорта из-за строительства тепломагистрали. Запрет на движение коснется участка почетной стороне переулка Сибирский. От проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» до разворотного шлюза напротив гипермаркета «Окей». Строительство сети позволит обеспечить теплом активно строящиеся жилые микрорайоны. Протяженность магистрали составит чуть более 5 километров, из которых 3 уже проложены. Завершат строительство осенью 2016 года.